Okay, so one green, we're gonna start at yellow one. So, go ahead, you hook up first, and Paulina's gonna be right behind you. It's gonna be fun. We can use gloves, right? Ну что, с той стороны заходи и цепляйся за лайфлайн, которая у тебя зацеплена, одеваешь и закрываешь ее. Открываешь. Не вокруг него, здесь. Так, и теперь закрываешь. До конца. Так, теперь следующая цепляй. Потому что ты этот не до конца нажал. Все? Нет, все, ничего не делаешь больше. Все, теперь идешь. Аккуратненько. Мама вниз пошла. Угу. Мама перецепляется. Закрылась? Да, теперь давай следующую цепляй. Только я тут понимаю по времени, так что надо шевелиться. Ну, время наше выйдет 3:10. 3:10 наше время. Значит, эту не до конца сделала. Вот здесь снизу держись. Удобнее тогда. Раз. И красную штуку держишь. Все, теперь та должна открыться. Видишь, надо до конца, аккуратно. Теперь сползаем вниз сюда. До следующей. Готово? Теперь тут отцепляй, перецепляйся. Помнишь, надавливать надо сзади сначала. Все? Так, хорошо. Давай. Все, уже закрыл, наверное. Перецепляй другую. И аккуратно. Чего она не повиснет? Оля. Главное быстренько перецепляться, чтобы успеть весь курс пройти. Аккуратно переходи. Ты смотри, чтобы у тебя рука не попала сюда. Держись, да, лучше за этот трос. Снимаю. Наверное. Ух! Все, прошла, цепляйся. Моя очередь. Что? Которая? А, давай, дочь, цепляйся.
Короче, система такая. Одна всегда застегнута, одна всегда расстегнута. Берешь ту, которая расстегнута, цепляешь ее, где красная штука, и нажимаешь, она закрывается, открывает другую. Эту просто цепляешь, обходишь вокруг дерева. Вон, Полина пошла. И Оля пошла. Ага. Слышишь, Полинка? За ту веревку, куда цепляешься, не держаться. Надо держаться. Или за... Потому что если упадешь и рукой еще будешь держаться, эти штуки могут съехать тебе на пальцы. Ну, переходи. Вот опять. Отцепляем одну. Цепляем сюда. Закрываем. Было видно. Перецепляем открытую. И готовы идти. Когда Полина уже перецепилась, моя очередь. Вон Оля там переползает. Полина пошла. Мне система нравится, что не зацепишься не за ту и не зацепишься. То есть всегда хотя бы одним крючком зацеплен. Дочь, он по веревкам идет. Цепляем, закрываем, открываем, перецепляем. Не знаю, тут по таким веревкам. Ну просто перецепись сюда. Перецепись назад, так же как ты вперед идешь, только назад перецепись. Оля зацепилась, не может два раза. Захотела по обстикл курсу пройти. Понравился он мне. Вообще-то этот не очень хороший. По идее, смысл вот этих вот штук. Чтобы они мешали. Чтобы они мешали тебе. Давай я цеплю. Нет, вообще смысл такого вот лазания. Помочь перейти там через пропасти. А это вот не помогает. Давай одну застегивай и все. Все. Теперь одна та должна быть открытая. Иди. Не в ту сторону. Зиплайн. За верхний вон держись, может. Потому что здесь, чтобы пальчики не попали. С другой стороны. Надо через деревяшку обходить. Дочь заблудилась. Ага, вот так. Обходи на ту, на тот трос. Подлазь, поднись. Вот так. И потом с левой стороны надо будет обходить. Давай, это нас там уже догонят скоро. Мальчики нас догонят, наверное, скоро. Прицепила одну. Which one you guys on? Is that a green one? Yeah. Green one. Давай, доча, переходи, я тебе помогу там подцепиться.
такая тут живая деревяшка. Цепляй одну, цепляй сюда, отцепляй вторую, цепляй ее за свой пояс, за железяку, доставай зиплайн. Доставай, доставай. Так. Цепляешься после этого самого. Вот курок. Поднимаешь его вверх. Видишь? И тогда нажимается. Крючком к себе все время держишь и цепляешь. Все, закрылось. Эту штуку одеваем сюда. Проверяем. Второй крючок ни за что не держится. Теперь руку туда. И смотри, чтобы рука не соскользила. Второй рукой держи здесь. Попробуй повиснуть. Все, повисло? Угу. Ну давай, только эту руку не отпускай, а то будешь крутиться. Поехала? Угу. Ну давай. Ой, стой, я тебя... Давай, 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 давай. Давай, отпихивайся, поехала. Эту цепляем за пояс. Достаем из кобуры пистолет с курком. Цепляемся перед, крючок засовываем сюда, держимся рукой одной тут, садимся в штанишки, готовимся, ждем, пока Полина отцепится. Все? Крючком вперед! Но отходите на другую сторону дерева. Ну и поехали. Класс. Снимаем? Снимаем. Перецепляйся, чтобы мама могла. Полина перецепляется, Оля идет по бревнышкам. Иди. Маму снимаю. Ага. Все, я по ступенькам вниз. Ого! И болтается. Страшно! Будем попой вниз. Не, я боюсь, что оно из стороны в сторону болтается. Ну давайте. Тут будет длинная зиплайн. Видишь, она легкая, под ней так не болтается. Посмотрим, как ты пройдешь. Не отмазываться. Я боялся, что провод, за который держишься, пойдет туда, а лестница сюда, и я между ними провалюсь. Да. Потом зато зиплайн. Длинная. Да. Переходи сюда, я маму сниму.
Смотри, чтобы пальцы под застежки не попали, Оля. Да ладно, если боишься, давай на попе. Ты же ее тут проверишь, как она подцепится? Страшно, потому что болтается вон как. Мышь тяжелая, ты легенькая, тык-тык-тык-тык-тык, себя перебежала. И все. Я не умею ходить. Это хорошо. А я, наверное, боюсь. Мама прошла. Я поехал. Мама, может, ты для меня так? Класс. Полина едет. А если бы не поймал, поехал бы на середину. Ай! Полину чуть поймала, значит назад не уехала. Тут еще сейчас одна будет. Так, сейчас я вам, подожди. Полина будет подниматься по лестнице. Смотри, чтобы тебе по голове, дочь, аккуратно не ударила этой штукой. Ударяет? Отпусти ее за эту за руку. За руку заведи. Вот так. Вот так. Давай. Ну, поднимается. Говорит, высоты не боится. Сейчас я скажу, когда отцеплю. Давай, заходи сюда. Оля. И это быстрее, наверное, будет, потому что она вниз идет. Так что тормозите ногами, если что. Поехали. Сейчас Полина едет. Опа, молодец. Подожди. Did he get stuck out there? Yeah, all you do just hook up and the lock is right here. Oh, no, it's fun. You should do that. It's fun. Because she was too light. I had to catch her at the end. But, you know, for adults it's fun. Just make sure you put one arm on the top and that's it. I think you already did one, right? Over there. Готовы? Я почти уже наверху. Я пойду по лестнице еще одной. Посмотрим, я не знаю, будет ли еще зиплайн. А здесь он кусочек болтается. Thank you.
называется. Трясется. Во как разболталось. Доча, ты смотри под ноги, не отвлекайся. Если время осталось, может, мы с тобой вдвоем на черную пойдем? Чтобы я тебя хоть снял, как ты там падаешь. Давай, доча. Вот такие обручи. А ты выше самого сложного. Да нормально. Эти легче, чем лестница. Мы идем на следующее. Подвесное. Don't do it when you ride over us. Как качели. Интересно. Вот такие, и они высоко. Эти бревнышки. Если можно быстренько ее было повернуть, раз, а так все перестраивать. Так, перестегивайся. Непонятно, что с вас присутствует. Руки или руки? Не будь на одной качели одновременно. Руки вперед пусть идут. Ага, а нужно назад. Да, сейчас дощечки вот такие. Пошли. Болтаются. Осторожно там перешагивай, подтягивай, подталкивай ногами ту ближе. Осторожно. Короткая зип-лайн будет там. Давай, доча, не останавливайся. Еще, может, успеем мы с мамой на какой-нибудь курс. Вон зип-лайн. Зип-лайн еще коротенькая там будет. Давай скорее, доча.
все. С маму снимем. Так, сейчас такой по тросу идти. О, там еще перецепляться надо будет посередине. Ага. Доча, ты перецепишься сама? Не перецепится, помните. Вот это будет сложно, тут по промежутках надо перецепляться. Доча, ты смотри, куда ты идешь, ты отвлекаешься на других. На мальчиков смотрит. Идет по веревке, на мальчиков смотрит. Давай, перецепляйся аккуратно. Левой рукой держись за, после этой красной. Сядь поудобней. Вот так. Да не надо, она и так нормально. Давай, доча. This one is going to be challenging. You have to... I don't know how I can do that. Yeah, well, what she has to do in the middle, you have to be... Yeah, you have to unbuckle and... Don't go towards the middle. Oh, I'm not. I'm just... I wish I could get down from here. Молодец. Yeah, well, Соля будет перецепляться. Угу. Ну все, я поехал. Да. На зиплане. Сейчас Полина едет. Подтолкни, может, ее тоже только когда сядет, а то тут останавливаешься. Молодец. Цепляйся.